С нами защитник команды Pride, по совместительству капитан команды Дмитрий Кадацкий. Дмитрий, ну расскажи по игре, как так получилось, что ввели 1-0. Ну, хотя ошибка вратаря была, но почему не засушить игру? Зачем сушить игру? Мы забили гол, старались играть на атаках дальше. Зачем автобус садиться? Ну, это могло привести к тому, что вы взяли бы 3 очка в данной встрече и приблизились бы к команде Леона. Ну, у нас такая философия, что мы не любим сушить игру. Мы не любим, когда команды по телевизору больше играют, сушат игру. Это отвратительный футбол, это автобус. Мы так не играем. Это очень положительно, конечно. Что скажете по... крайней мере, стараемся. Что скажете вообще по тому, что происходило на поле? Как вам игра? Ну, со стороны комментирования очень интересная, хоть и ничейная игра. Игра равная, я считаю, была. По моментам, я считаю, у нас больше было моментов. Судейство лучшего оставляет желать. Мне не понравилось судейство. Ну, судейство вы можете подать жалобу, апелляцию, да, пересмотрят. И последний вопрос. Как готовитесь к следующим играм? У вас будут такие достаточно тоже сильные соперники, новые люди. Разбираем игры после, когда нас, мы после игры соперника, который у нас впереди. Мы разбираем их игры, смотрим моменты, как они играют, какой темп держат, от защиты, от обороны играют. Ну, тренируемся, стараемся отрабатывать, нарабатывать новые схемы, наигрывать. Вот так и готовимся. Все, спасибо за интервью. Удачи, ничья хорошая.